Примерно одинаково. Каждый из них готовил себя к карьере высокого виртуоза для фортепиано, и каждый в той или иной степени сумел снискать славу виртуоза. Если Шопен сохранил верность фортепиано на всю свою жизнь, увы, не очень долгую, шумановский путь был несколько более сложный, витиеватый, но так или иначе ранние его произведения все равно это яркая виртуозная музыка, в первую очередь для фортепиано. Что касается Листа, здесь самое интересное то, что, во-первых, жизнь его была наиболее долгой, если он родился в 1811 году, умер в 1886 году. Для композиторов этого периода это очень, можно сказать, долгожитель. И, естественно, на своем творческом и жизненном пути в жизни Листа происходило очень много интересных творческих изменений и перемен. Но, конечно, первый яркий его виртуозный период, где Лист становится самой яркой звездой на небосклоне фортепианного искусства, и до сих пор считается, что не существует исполнителя на этом инструменте, который мог бы превзойти Ференца Листа. И относительно долгий творческий, именно виртуозный период, молодой период, Лист сумел сохранить. Почти до 40 лет он выступал как виртуоз-пианист, причем приезжал в Россию, здесь имел очень теплый прием, как, так сказать, исполнитель в первую очередь. Он исполнял не только свои сочинения, и его знаменитая
система парафраз, так называемых, когда он берет какую-то популярную мелодию, перекладывает и превращает ее в виртуозную миниатюру. Это одно из таких ярких явлений в пианистическом творчестве Листа. Надо сказать, что Лист в своем стремлении к артистической яркости многое копировал и многое, и не стеснялся этого, многое брал у своего предшественника, великого Никколо Паганини. И вот тут очень интересна система взаимосвязи. Если Паганини открыл романтизм в скрипке, раздвинул границы скрипичного искусства до невообразимых высот, то же самое сделал Лист для фортепиано. Он виртуозная составляющая раздвинул тоже до небывалых высот. Наверное, ни один композитор и в дальнейшем не мог подняться вот до такого именно блестящего отношения к инструменту, как к виртуозному инструменту. И также он копировал у Паганини вот этот элемент демонической артистической личности. То, что действительно на концертах Паганини, это исторический факт, дамы падали в обморок, происходили различные эксцессы такого уровня. Много было красивых и различных легенд о том, как Паганини, так сказать, продал душу дьяволу за то, чтобы так прекрасно играть на скрипке. Но это все, конечно же, красивые легенды, как бы сейчас сказали, пиар-ход. И Листа очень привлекала эта идея, и он, с одной стороны, действительно очень много уделил внимания образам Фауста и Мефистофеля, то есть идея продажи души за вечную молодость. И во многом в творчестве Листа эта линия проходит, особенно в раннем творчестве Листа, она, конечно, проходит таким яркой гранью. И сегодня прозвучит знаменитый, очень яркий Мефисто-вальс Ференца Листа в исполнении Марии Полшковой, фортепиано.